В феврале 2015 года этого пса на улице Мехико обнаружил случайный прохожий. В мексиканской столице более миллиона брошенных больных собак, но это животное, казалось, побывало в аду. Собака была жутко худой, и все ее тело было покрыто раковыми опухолями. Спасатель отвез пса к Далей Гомес, члену организации по защите животных. Женщина приютила собаку, назвала ее Бобби и отвезла в ветеринарную клинику. Врачи говорили, что Бобби не проживет и двух лет сеанса агрессивной химиотерапии попросту могли убить его в таком истощенном состоянии. Далее не переставала поддерживать и ухаживать за своим питомцем, поделилась его историей в интернете. Только за первые два месяца Бобби пришлось пройти через восемь сеансов химиотерапии. Далее начала спрашивать себя, быть может, все напрасно? Может быть, этому псу легче было бы умереть? Но Бобби не сдался. Болезни не удалось победить его бойцовский характер. Вскоре от опухоли не осталось и следа. Радость жизни вернулась к молодому псу. Соседи Дали помнили, в каком состоянии она приютила бедное животное, и спустя пару месяцев начали обивать порог ее дома трансформация Боби казалась им фантастикой. Найти новую семью для Боби Далии удалось за считанные дни. Девушка с трудом отпустила от себя любимого пса, он навсегда останется в ее памяти и в ее сердце. Больных собак порой очень трудно заметить, иногда они попросту сливаются с кучей мусора. Проходя в следующий раз по улице, приглядись, возможно, тебе удастся спасти чью-то жизнь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.